Вот где-то отсюда начинается, когда раньше вот здесь жили цыгане, отсюда вниз и вот сюда, и налево тоже. Там были у них хаты. А когда пришла цивилизация, они потихоньку начали продавать хаты свои и уезжать на окраину села. Потому что, я говорю, у них были лошади, и на бричке, цепляли брички, они занимались металлоломом. Ездили, вот собирали они этот металлолом на лошадях, на бричках. Ну и вот потихоньку сейчас уже не видно, чтобы здесь были цыгане. Ну, по-моему, некоторые богатые остались. Если сейчас будем идти, я сниму. По-моему, это цыган. Такой уже богатенький цыган. Да, скорее всего. И вот мы пришли почти. Куда мы пришли? Доброе утро. Заснять вас? Заснять вас? Давайте. Будете знаменитый человек. Да,